Привет. Подсел я, в общем-то, на настройки звука. Шучу. Подсел немножко, но на вот эту игрулю замечательную, Total War. Атила. Даже вот решил ролик сделать. Значит, тут у нас... Тут у нас город, я его должен захватить. Войска, значит, вражеские, я помню там... Это что у них тут такое? Блин, реально слишком громко все равно. Ну, имею в виду для видоса. Какая-то штука у них тут. В общем, у них там есть какие-то войска, то есть там какие-то три отряда копейщиков, по-моему. Мечники и что-то конница стрелковая и такая обычная. Но перед тем, как вообще что-то сделать, надо сначала выставить свои войска в подобающем виде. То есть вот этих мы немножко... Хотя... Нет, стоп, то есть я беру вот так. И вот сюда, как-то вот так. По очереди буду их запускать. По построению выберем для них двойную линию. Двойную линию вот так вот. То есть лучники у нас сейчас будут так. Этих тоже сюда и вот этих сюда. То есть лучники сейчас, я не знаю, они у меня отработают по дозорной башне, потому что она обстреливает... врагов. Конницу я не знаю, как ставить, потому что у них там есть конница, но я не знаю, как она будет работать. То есть она может выйти здесь, в принципе, обойти вот по этой стороне, как-то вот с фланга меня взять. Типа, я хуй знает. Я попробую, знаешь, что. Так, это главнокомандующий, его вообще лучше как бы особо не терять. Его лучше держать позади. Использовать, знаешь, в... Ну, в таких случаях крайних, когда, ну, вообще пиздец, других выходов нет. То есть я сделал вот так, по приколу, да? Так, это вся моя конница. Давай вот это сюда. Ну, пробуем. То есть у меня лучники сейчас... В смысле, я не могу... А, ну, то есть я возьму... Буду сжигать пизду. Так, вот они выставили пикинеров, вот у них, вот их конница, значит. А, они типа думали, что как бы я отсюда где-то буду. Ну не знаю, как-то выставили они кривенько. Но сейчас будут работать лучники. Мудрые люди давно бежали бы перед нами. Согласен. Так, вон они идут. Такие голенькие. Ну, лучникам нахуй они будут стоять. Во, пошел обстрел. В меня, ну мимо, тем не менее. Оп, щиты подняли, обстреливают. Так, давай рассредоточимся, и вы тоже рассредоточьтесь. Все ближе. То есть рассредоточение как бы понижает шанс того, что много потерь будет. Но сейчас они уже начнут, в принципе. Во, пошло. Урон огнем 2%. Давай. Во. Пошло гореть. Давай. Чуть-чуть там что-то не поджигает, я нихуй знает. Так, пора уже подводить, наверное... Основную силу, это кто? А, это свои, а это кто? Это тоже свои, это они так рассредоточили жестко. То есть давай как-то, я не знаю. Вот так вот. Этих лучников, я получается. Но они там скоро уже сожгут эту хуйню, я так понимаю. Ну почти. Они что потратили? Нет, они шмаляют. Надо бы вам одним за... А, вот так вот, да. Пошло. Я бы взял вот этих... Я бы взял какие-нибудь, наверное, баллисты, но... Так, знаешь что? Надо бы как-то ее, наверное... Надо бы просто, может, взять ее. Хотя нет, давайте сожжем ее в пизду.
Стена щитов. Стена щитов. Так, вы тоже. Топорники — это моя основная сила вообще. Они у меня так, блядь, там сражались, что просто пиздец. У меня просто еще до этого были войны, охуеть можно. Но она горит. Горит так себе, конечно, но тем не менее. 40. Не, они нормально ее обстреливают, я смотрю. Надо пока придумать, как разобраться с конницей. Они ее как-то построили, блядь, по-дебильному. То есть построили... Типа, что это, зачем это, блядь? И даже если бы я отсюда шел, им бы, чтобы развернуться, нужно было бы время, особенно копейщикам. Я бы копейщиков вот тут поставил. Но вот этих, мне кажется, с этими проблем не будет. Тут еще баррикада, блядь. Так, вы жжете. О, почти. Скоро она будет приказывать остановиться. Все. Все, она нахуй сгорит сейчас. Все, стоп. Стоп, 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 стоп. Все, стрельбу без приказа отменить. Сомкнуть строй. Сомкнуть строй и начать обстрел вот этого. Вот этих товарищей. Их башня разрушена. Их башня, да. Ей пиздец. Добрый знак, это ж... Не говори просто. Так, этих тоже ближе подводить надо. Давай вот так. Не, вот здесь. Вот здесь выстрою. Так, вы, господа мои любезные. Давай-ка. Не, вот таким... Вот таким образом. Ой, блять, они ебашат их. Давай, свистящий. Свистящий. Нам не нужны сейчас. Лишние сожженные дома, это как бы все, как бы, ну, в денежку капает, потому что я же захватываю город. А вон там что-то. А вон, да, это мой город, кстати. Вот это мой город. А вот тот, кстати, я планирую с ним что-то делать, но... Но что-то как-то... Там очень много плохих дядек. Так, ну начинайте обстрел. Они щиты подняли вверх. Так, может быть, топорников запустить? То есть вот так. Ну вот те челики будут обстреливать. Очень хорошо. Давай вот так. Очень хуёво. Тяжелая пехота с копьями. Да уж, такая тяжелая, что просто охуеть. Ну да, они щиты подняли, им хорошо. Так, эти парни выстраиваются. Стоп, надо бы что-то, я не знаю, предпринять. Я знаю, что. Пока они там под обстрелом, значит, что мы делаем? Берем вот этих ребят. Идем вот сюда. Просто берем ее. То есть, как бы, ну, под свой контроль берем башню. После чего конница уже как-то вот так вот обойдет. Обойдет их здесь. А, нет. А зачем через эту баррикаду идти? Она может спуститься тут, взять эту башню под свой контроль и вот так вот их просто зажать здесь. Это конница... Это вот стрелковая конница. Они работают по нам? А, не с копьями. То есть, ну это когда, типа как стрелковая конница. То есть они вы... Ну, свои... А, да, они запускают, смотри. Там некоторые. То есть давай как-то перестроимся вот здесь. Ну, потому что это будет длительная хуйня, то есть... Давай вот так. Это длительная хуйня будет. А вот они перестраиваются. Они, видимо... Да, они перестроились зачем-то. Так, что у нас там?
Блять, мы не могли бы поторопиться, господа. Такие вот кони у меня. Это стрелковая. Ну, это верблюди. Верблюды, короче. Ну, я же в пустыне живу. Люблю пустыню, блять, пиздец, кайфую. Верблюды, короче, вот это тоже верблюды, но это уже типа мели. Ну, то есть они как с саблями. А вот эти такие стрелковые. То есть сейчас башня по нам работать будет, но. Ну так себе. Они там подняли щитки свои, да, подняли. Все. Сейчас мы берем эту башню и быстренько предпринимаем. Что боевой дух всех отрядов фракции, контролирующих данную точку, повышается. Вот, заебись. Надо будет взять это дерьмо. А эта башня, ну-ка, она вот тут стоит, типа, но она. Ей отсюда работать очень сложно через эти здания. То есть она стоит хуёво, правильно. То есть мы берем. Блять, а вот конницу вот эту ебашит постепенно-то. Хорошо по ней отработали, смотри, вот ХП ее вот тут. Так, ну давай, берись, блять. Конями, блядь, встал. Она очень медленно захватывается, сука. Блять, ну что делать? Можно, в принципе. В принципе, да. А давай вот этих стрелков, которые позади. А, эти все. Они все отработали уже. То есть их терять не стоит. Ну, нахуй. Потери, я вот их сюда перемещу. Вражеская башня превратилась в обломки! А, мы ее снесли, нахуй. Давай попробуем взять эту тему. Они как вообще у них? Свежие, давай, погнали. То есть сейчас. В принципе, ну зачем тогда тратить лишние нервы и силы на эту хуйню? Они отошли. Они поняли, что им пизда сейчас. Они вот там перегруппировываются, чтобы вот тут сдерживать хуйню всю. Я сейчас просто что сделаю? Я возьму этих коней. То есть мы сейчас эту хуйню. А, вон они пиздуют. Пока они двигаются, надо. Давай, натиск, блять. Погнал. Кавалерия, нахуй, на, блять. Режем, нахуй, сук. Они полководца вызвали, блять. Запускайте тогда копии свои ебаные. Оттуда башня работает, блять. Так, что у нас здесь? Их отряд держит. Наши бегут с поля боя. А, ну вот так вот. Они не дают нам. А, вот кавалерия их пришла, я понял. Надо отводить. Надо отводить. Но они, наверное, сами отойдут, но как только они типа. Нет, они съебались. Блять, надо прорывать тогда эту хуйню. Вот эту хуйню, которая стоит здесь. Вот этих стрелков подвести. Подвести вот так. Блять, ну вот. А, это я дерусь с кем, блять? Пиздец. Я теряю кавалерию, короче. Теряю кавалерию, блять. Хуёво сделал. Ну как, я сделал это нормально, я просто не ждал, что у них. Люди сломлены, что у них там будет. Так, ну вот, значит, эта башня тоже будет там обстреливать. Так, лучники тоже обстреливают. Окей, погнали. Погнали. Погнали, погнали. Еще есть двое топорников. Блять, ну этот город очень важен, нахуй. Его надо взять, блять. Их, конечно, меньше, вот можно смотреть, да, вот сверху. Их меньше, но и у них как бы преимущество то, что они как бы, ну, держат оборону, и в закрытых улицах прорваться сложно будет. Что может их поторопить, типа, чтобы они прям ворвались? Давай мы еще свистящим. Не, давай обычным, в пизду. Лишние траты. Вон сейчас кавалерия там будет ебашить что-то. Мечников я там потрепал, конечно. А, вон они пропускают. Так, ставим, блядь, на паузу. Смотрим, что у нас тут, блядь, можно предпринять. Эта хуйня сейчас побежит, блядь, на меня. Вот эта конница. Я не знаю, как это сработает. Я могу их прямо сейчас отвести. Я могу их прямо сейчас остановить. Тогда они будут не в движении. То есть они будут, в принципе, как бы хорошо примут лошадей.
А вот этих пустить именно на... То есть вот раз. Два. А вы, короче, резко останавливаетесь. И стену щитов, короче. Неуклонность. На сколько? На 30 секунд. Это на 5 секунд. А, ну это в смысле 5 секунд, чтобы сделать это. Так, давай-ка. Хоба, останавливаются. Щиты поднимают. Ага, вон они засали сразу, как только остановились топорники. Так, подводим стрелков. Стрелков. Нет, вот этих подводить надо ближе, то есть как-то вот... Вот так. И стрелков вот так. Блять, сколько много стрелков, пиздец. Ну это не стрелки, это прачники, но похуй. Выходим, блять. Этих я отвел, чтобы их не терять, как бы. Потому что, ну, у них нету ничего, им нечем стрелять, а ближний. Ну, в ближний бой их пускать, это, ну, как бы им суицид делать. Так, топорник. Раз, пошел нахуй ебашить этих. Этого, этих вот так вот сделаем, короче. Этих мы выводим, получается. Этих сюда, и этих, блять, сюда. Так. Построили их, блять. А теперь можно вот так пойти. Ебашим с фланга. Во, все, ломаем их нахуй. Ломаем строй, блять. То есть мы с фланга зашли, они от пересеру съебались. Так, резко ебашим этих. Эти там будут перегруппировываться, но это ничего. Так, вот эти парни, пускай работают по мечникам. Так, топорники. Хорошо, топорники ебашат мечников. Они собирают людей для нового удара. Так, ебать. Подводим, подводим. Сейчас мы их тут оттесним. Там башня, конечно, работает, но это попой. Так, на этих, давай на этих. А вы идите, короче, вот сюда. Кавалерия боится идти на копейщиков. Все, они съебываются. Так, эти топорники ебашат, пускай баррикаду здесь. Так, добиваем, добиваем их нахуй. Так. Ага, засали, засали идти на копейщиков. Давайте, нет, давайте, вот в эту сторону, вот в эту сторону. Ладно, ебашьте этих лошадей ебаных. Давайте еще этих топорников все отправим на подмогу. Так, эти топорники. Вот эти топорники пускай ебашат лошадей. И копья тоже. Но они вот так вот подходят, отходят. Эти топорники подходите вот тоже этих ебашить. Прашники, работайте по вот этим. Они самые опасные. Сражайтесь, проклятые трусы! Кто наши? Кто бежит? Кто бежит? Никто не бежит. Что за пиздеж? Так, это кого я подвожу? А, я понял. Давай вот так. Нет, вот так. Блять, ну вот. Там будет работать легче. Все, баррикада, все. Какой отряд он уничтожил? Идем ебашить башню. А вы все ебашьте здесь. Вы можете уже проходить, я так понимаю, да? Давай. Давай. Они будут проходить здесь. Так, топорники, топорники, давайте. Ускоряйте. Ускоряемся, ускоряемся. Так, вот эти парни, они будут брать башню. Не, не вы, не вы, не вы. Вы, блядь, ебашьте их.
Ты берешь вот это. Ты берешь вот это. Все, они обосрались. Они хотели здесь уйти, видели, что здесь полный пиздец. И просто ушли нахуй. Блять, вот эта башня работающая, просто пиздец, не дает. Давай, 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 факела, блять, туда нахуй. Закидываем их. Или нет, давай берем ее, берем, это будет долго. Пиздец, давайте вот тоже сюда. Гоним их в пизду. Они боятся, блядь. Они потому что они как бы, ну, не милишники. Это конница, она стрелковая. Идут что-то, идут, закидывают. Все, пошло. А, все, минус один, минус второй, блядь. Ебашьте, втыкайте, калите, блядь. Ну, они сдержат. Эти топорники, они просто жесткие. Они столько боев пережили, что им просто похуй на все. Они просто, блядь. Их башня пиздец, блядь. Все. А мы идем тем временем... А, вот их этот, блядь, ебаный полководец. Даже не знаю, как тут зайти. Давайте вот сюда. Не-не-не, не вот так. То есть, как бы мы вот так построимся. Тут колонна небольшая. То есть вот так. А потом пойдем вот здесь обойдем. Но не всеми. То есть мы сначала по ним отработаем прощами. Как там у нас проходит все? Охуенно проходит. То есть вот значок красный, это значит, что у них все плохо. В ближнем бою отряд терпит поражение, то есть враг. А у нас зеленое. В ближнем бою отряд одерживает решительную победу. То есть, ну, как бы они просто, блядь, рвут их на части, что еще сказать. Они просто режут их нахуй. Вон они что-то там кого-то убивают из наших, но... Ну, то есть вот, тут можете смотреть, следить за потерями. Давай, натиск. Стремительное наступление, нахуй. А, это не я не для них приказал. Или для них. Да похуй. Ну вон им пиздец уже. Но я их пошлю атаковать до конца, типа. Или стоп, или я могу... В принципе, я могу... А чё они тут встали? А, ну они правильно встали. А, все что ли? Ебать. Им пизда. Я, помнишь, я прашников отправил сюда? Они, короче, пришли, что-то камней накидали, и все, им пиздец. То есть они их просто нахуй забили до смерти. Так, давай, 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 за ними, блядь, все за ними. Это последний отряд их, что? А, нет, вон еще что-то какая-то хуйня пришла. А давай топорников. А давай сразу, слышишь? Че вообще мелочиться? Давай. Неуклонность еще и за нем. Давай по ним отработай, блядь, лучник. А у них снарядов нет, они просто идут уже, ну, как бы в последний раз, то есть им как бы все, терять нечего. Давай, щиты. Щиты. И все, они не... И что вы там хотели сделать, блядь? Лучше бы бежали, как трусы. Так, что у нас тут? Тут у нас полным ходом идет мясо, то есть у них тоже красный. Все, пиздаем. Но это не все, победа, но это не все. Нам надо еще убить их полководца. Ну просто типа вообще нахуй уничтожить. То есть их надо просто захуярить до конца, чтобы они, чтобы у них больше, ну как бы войско не могло ни отступить, ни перегруппироваться. Именно на карте кампании. То есть это не сама карта, это именно карта сражения. Они на карте кампании могут отойти, пополнить войска. То есть их полководцы, вон он, видимо, идет. Да, один остался. Ну-ка, как он сдохнет, мне интересно, блядь. Ему пизда сейчас, блядь. Щитом закрылся. Лучники работают, блядь. Просто нахуй, что? Так как он живет вообще? Перепрыгивает через это дерьмо. Он бежит, блядь. Бежит нахуй от смерти. Вон орда, блядь. Все, ему пизда, блядь. Все. Окружаем. Все, режьте его нахуй. На, блядь. Все, пизда ему. Там что у нас? Ну все. Ну все, он просто пиздец. Город мой, блядь. Ну вот как-то так. 18 минут длился захват. И сколько тут, блядь, полегло. Просто пиздец. Я не знаю, сколько тут моих. Ну мы еще узнаем, сколько здесь моих. Ну вот как-то вот так вот выглядит, блядь, их войско теперь. Когда приближаешь, да, FPS, проседает немножко.
Ну вот просто пиздец. Ну че это нахуй за хуйня? Ну все, нет сомнений, это великое. У меня же само вылезло, то есть я не завершал, но само вылезло, сказал, блять, все, все, тут, блять, все трупы. Все, кто только можно. Вот как-то так.